20 ноября мир отметил День детей. Студенты Карагандинского колледжа «Балашак» не упустили возможность поздравить маленьких жителей шахтерской столицы. В школе для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата ребята организовали небольшой праздник с концертными номерами и подарками для детишек. Подробнее расскажет Аида Ибраева. Активисты колледжа «Балашак» ежегодно проводят различные благотворительные акции для детских домов в шахтерской столице. В этот раз студенты отправили в школу для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Как говорят сами организаторы, подобные мероприятия проводятся каждому детскому празднику. И Всемирный день детей – это хороший повод подарить ребятишкам радость. Колледж «Балашак» реализовывает ежегодно свои благотворительные марки. И собранные деньги мы каждый год покупаем в преддверии таких праздников, как День ребенка, 1 июня, День защиты детей, подарки детям. Костюмированная концертная программа, подарки, подготовленные специально для детей – все это организовано силами студентов. Для детей такие мероприятия равноценны настоящему празднику. Ребята веселятся, танцуют и поют. Улыбки на их лицах – это огромное удовольствие и для самих организаторов. Действительно, у них праздные. Сегодня праздничное настроение у детей. Мы хотели, конечно, мы и дополнить своим концертом, визитом, с подарками, которые выделила, которые были собраны силами наших активистов. Новый год, 8 марта, День защиты детей. Люди отмечают очень много праздников в году, но каждый это делает по-своему. Для кого-то настоящим праздник является лишь тогда, когда его можно подарить еще кому-то.